Всем привет, мастерская «Сленинг компания», я Вячеслав, приветствую вас. Несколько дней назад я показывал ножи NR40. Среди них был нож «За верность Отечеству». Вот этот нож «За верность Отечеству». Ну, покажу его еще раз, может, кто не видел. Кстати, его заточили, еще логотип, марку стали поставить. Также я показывал и вот этот вот нож. Этот нож был приобретен. И была заказана доработка этого ножа, также «За верность Отечеству», но в улучшенной версии. И вот что получилось. Герб России, конечно же. И вот такая вот надпись «За верность Отечеству» на георгиевской ленточке. Мы ранее несколько лет назад делали такой нож, только на рукояти, правда, делали. Но на ножнах, по-моему, лучше. И вот получился такой вот великолепный образец, улучшенная версия ножа «За верность Отечеству». Если к ней еще... К нему еще добавить вот подставочку, то будет вообще шикарная вещица, шикарный подарок, даже можно сказать, шикарная награда. Так что вот так вот. Конечно, это не очень дешевая вещица получается. Как вот золотой нож, например. Кстати, его тоже можно доработать, получится золотая награда «За верность Отечеству». Он у нас вот остался в наличии, один из недоработанных ножей. Кстати, странно, наоборот, обычно янтарные ножи вперед покупает, но этот вот именно ваш остался в наличии. Если стоимость его вот этого ножа 24 тысячи, то стоимость уже в таком исполнении «За верность Отечеству» 34 тысячи. На стоимость в таком исполнении 44 тысячи. Но зато, конечно, это шикарно, сложная, но шикарная работа. Вот так вот на сегодня все. Показал вам, ну, по-моему, отличный нож. Давайте я вам их все покажу. Три. Нижний, конечно, нож. Это заказной нож. А два верхних ножа еще есть в наличии. Нож в черном исполнении полностью доработан. Можно инициалы, если добавить, только сюда, если интересно. Ну а этот нож ждет ваших версий доработки. Золотой нож
остался самому лучшему, наверное. Это все самые лучшие. Я шучу уже насчет этого. Всем здоровья, всем мирного неба над головой, отличного настроения. Да, не забываем лайки ставить, что я плохие вещи показал, что вы так мало лайков ставите. Ну, я понимаю, я тоже, когда что-то ролики смотрю, особенно дома по телевизору, там как-то не думаешь про лайки. Ну, давайте подумаем и поставим лайки. Ну и, конечно же, продвинем это видео. Давайте продвинем это видео с таким классным ножом. Пересылайте друзьям, знакомым. Вот. Да, кстати, хотел еще кое-что сказать. Не знаю, сейчас быстро не найду, наверное. Сейчас, может быть, быстро найду. Это видео вроде недавно было. Хотел поблагодарить за комментарий, за один комментарий хотел поблагодарить. Вот. Кстати, за почти что 7 лет работы в Ютубе, это действительно первый комментарий, когда, прочитав его, вечером уже, поздно вечером, уже когда все дела закончил, сел на диван и пробил слезу, даже сейчас наворачивается, честно говоря. Здравия желаю, прекрасная работа, респект и уважуха от братвы ВДВ. Смотрим тебя и радуемся. За нож хорошо сказал, про верность Отечеству мы согласны полностью. Прочитав этот комментарий, действительно, пробило слезу. Спасибо за комментарий. Всего доброго. Ну и удачи вам всем. До новых встреч.